Добрый день, уважаемые телезрители, любители и поклонники волейбола. Продолжаем трансляцию волейбольных соревнований между мужскими командами в рамках 8-х спортивных игр народов Якутии. На площадку выходит сборная команда Горного Улуса и сборная команда города Якутска. Пройдет приветствие. Это у нас предпоследняя игра, встреча сегодняшнего второго спортивного дня. После этой встречи будет тоже одна встреча между командами СФУ и Ленского района. Сборная команда города Якутска темно-синей форме и шортах. Сборная команда Горного Улуса. Бело-синяя футболка, синие шорты. Игроки обеих команд приветствуют друг друга. А я тем временем вам представлю судей встречи. Первый судья, судья первой категории Кузьмин Афанасий, город Якутск. Второй судья, судья первой категории Ефремов Аркадий, город Якутск. Секретарь встречи Терентьева Агафья. Помощник секретаря Трофимова Парасковья, вторая категория, город Якутск. Это у нас группа С. Горный район. Сборная команда Горного Улуса вчера встречалась со сборной командой Амгинского Улуса. Проиграла со счетом 0-3. Сегодня сборная команда города Якутска провела первую встречу со сборной командой Амгинского Улуса. Выиграла со счетом 3-1. Последняя встреча в группе С. Горный Улус. Сборная города Якутска. Представляют основной состав сборной команды города Якутска. Вашему вниманию представляют состав сборной города Якутска. Представили основные составы обоих команд. Встречаются действующий чемпион Республики Саха-Якутия 2022 года. Это сборная команда города Якутска. И второй призер первенства Республики Саха-Якутия. Вторая лига – это 2021 года. Команда Горного Улуса. Сборная команда Горного Улуса в 2022 году заняла шестое место в первенстве республики Саха-Якутия. Вторая лига и была отобрана на данные спортивные соревнования, спортивные игры. Начинается
Первая партия на подаче Гаврила Хлопков. Город Якутск. Счет 0-0. Ошибается либеро команды Горного Улуса. Это Афанасий Кузьмин. 1-0. Виктор Лукин нападал со второй линии. Это тоже основной доигровщик. Саргулан Яковлев, шестой номер. Один-один. Не поняли друг друга Егор Глухарев и Владимир Сидоров. Два-один. Пас был направлен в третью зону, укороченный под первый темп на Виталия Голакова. Комбинацию за головой сыграли волейболисты Горного Улуса. Это номер второй. Эркен Наумов справляется с приемом Василия Тумфали. Эйс в исполнении Эркена Наумова. Это парень 2001 года рождения. Рост 186, центральный блокирующий. И второй эйс в исполнении Эркена Наумова. Теперь не справляется с приемом Артамонов Иннокентий, либеро команды. Пять два. Команда Якутска остается без нападения. С места нападал Владимир Сидоров. Мяч посылает в аут. Одиночный блок был выставлен. Тем временем Эркен Наумов продолжает подавать при счете 6-2. Начинает работать пушка Семена Слепцова. Быстрая передача в направлении четвертой зоны. Остается мяч в игре. Тумфали Василий ошибается при нападении. Да, попадает в трос. Судья фиксирует 4 удара. На подаче шестой номер Саргулан Яковлев. Один из ведущих игроков команды Горного Улуса. Аут. В поле попадает Василий Тумфали. Блок выигрывает пятое очко у команды. Это у нас Гаврила Хлопков. Счет смотрится 5-7. Виталий Голаков. Аут. Посылает мяч. Уступает место свое либеро команда
Никентию Артамонову. К сожалению, ошибается при своей подаче Сергей Амосов. Семен Слепцов. Блок стоит на пути нападающего удара Виктора Лукина. И счет становится 7-8. За антенной пролетел мяч. 8-8. Семен Слепцов. Вот улетает мяч. Успевает на переходящий мяч Егор Глухарев. Тумфалей Василий. Ошибается восьмой номер команды Горного Луса Анатолий Егоров. Признает свою ошибку. Далеко в аут улетает мяч после его атаки. Василий Тумфалей на подаче. Эйс. В исполнении Василия Тумфали целенаправленно он и при первой встрече со сборной командой Амгинского Луса подавал целенаправленно в первую зону. Вот тоже та, вот вторая подача тоже полетела в первую зону. Не успели перенести свои руки блокирующие и получили очко от Горного Улуса. 10-10 счет на табло. Вау, подает Виктор Лукин. Высокая траектория мяча Василия Лукина. Одиннадцать, одиннадцать. Олег Николаев на подаче. Владимир Сидоров. Так, не успели после блока отбить мяч от сетки игроки команды Горного Улуса. Это у нас номер два Эркен Наумов. Парень 2001 года рождения. Пылу эмоций. Удар в исполнении Сергея Амосова улетает в аут. Егор Глухарев. Он также подает в аут. Очень много ошибок допускают практически игроки всех команд. Не разобрались снова. Игроки команды города Якутска. Претензии предъявляет Семен Слепцов своему связующему. Но тем временем судья фиксирует ошибку при второй передаче. Нет.
мощный удар Семена Слепцова. Я фиксирую ошибку после удара Семена Слепцова. Рассерженный Семен Слепцов приносит очко. Практически, не то что практически, даже без блока атаковал Семен Слепцов со второй зоны. Выиграл 15 очко. Хороший удар продемонстрировал Сергей Амосов. У него тоже хороший акцентированный удар. Он играет уже давно. Играл и за Аймаконский Улус. Привозил ребят на первенство. Не успевает к этому мячу Саргалан Яковлев. Мяч улетает в аут. 16-14. Семен Слепцов на подаче. Хороший прием. Грамотно защищаются ребята из Горного Улуса. Двойной блок на переходящий мяч. Гаврил Артамонов стоял спиной к сетке, не видел двойного блока. Владимир Сидоров допускает ошибку, нападая со второй линии. Играли комбинацию Марита и комбинацию Пайп. Блок. От блока мяч попадает в площадку. После сильного удара Тумфали Василия. Силовая от Тумфали Василия. Хорошо летит мяч в первую зону. Сам же Василий атакует Тумфали, седьмой номер, и выигрывает 17 очко. Сергей Амосов не успевает смягчить удар. Эйс в исполнении Тумфали Василия, и при счете 16-18. Тайм-аут берет команда Горного Улуса. Тумфали Василий подает. 19-16. Счет на табло. Третий эйс подряд в исполнении Тумфали Василия. 20-16. Укороченную подает Василий Тумфали. К сожалению, Владимир Сидоров ошибается очередной раз.
Мяч улетает в аут. Виктор Лукин на подаче. Остается мяч в игре. Владимир Сидоров. Перевод по линии. И 21 очко в копилке сборной команды города Якутска. Вышел на замену Петр Андреев, четвертый номер в команде города Якутска. Ошибается второй номер Эркен Наумов. Не попал мяч. 22-17. Хороший прием. Сброс. Неожиданный сброс. Перевод на площадку соперника в исполнении Олега Николаева, связующего игрока сборной команды Горного Улуса. Но это сильный удар в исполнении Владимира Сидорова. Аут. После удара Владимира Сидорова летит мяч. Ну а это Виталий Голаков. Отыгрывает мяч первым темпом. Хороший нападающий удар в исполнении Сарглана Яковлева. Мяч остается в игре. Перекидывает антенну связующий игрок сборной команды Горного Луса. Это у нас Саргалан Яковлев. Павел Глухарев зарабатывает 25-е очко и приносит команде, своей команде первую победу в первом сете. Команда города Якутска выиграла первый сет со счетом 25-19 и повела в этой встрече. Субтитры сделал DimaTorzok.
Одним из спонсоров наших трансляций является «Алмаз Кредит Сервис», крупнейший кредитный союз Республики Саха-Якутия, который на протяжении 18 лет помогает развитию качества жизни. Начинаем вторую партию встречи между командами города Якутска и Горного Улуса. Первый судья Афанасий Кузьмин на вышке. Саргалан Яковлев, номер 6, начинает вторую партию, ошибается при подаче, и счет становится 1-0 в пользу сборной команды города Якутска. На площадке сборной команды города Якутска тот же состав, который отыграл первую партию. Семен Слепцов. Оставляют мяч в игре ребята из Горного Улуса. Ошибается Семен Слепцов. Мастерство защиты демонстрируют ребята, волейболисты команды из Горного Улуса. Прекрасные действия в защите продемонстрировали ребята. Но, увы, волейболисты города Якутска выиграли второе очко подряд. С места атаковал Владимир Сидоров. После передачи Виталия Галакова. Амосов Сергей на подаче. Друг другу помешали 10 и 8 номер сборной команды Горного Улуса. Владимир Сидоров. Хорошая доводка. Виктор Лукин. Блок-аут. Посылает мяч и выигрывает очко. Второе очко для своей команды. Анатолий Егоров на подаче. Василий Тумфалий. Выигрывает очко. 4-2. Сборная команда города Якутска выходит вперед. Виталий Голоков. Сброс Олега Николаева. Блок игроков города Якутска дремлет в этой ситуации, пропускает. Еще становится 3-4. Хорошую подачу силовую подает Виктор Лукин. К сожалению, вторая подача улетела в аут. Силовая планер от Семена Слепцова. Саргалан Яковлев.
основной забойщик, доигровщик сборной Горного Улуса. Сравнивает счет 5-5. Хорошая доводка. И опять же несогласованность действий игроков сборной города Якутска. 6-5. Шестое очко зарабатывает команда Горного Улуса. На подаче Олег Николаев, связующий команды. Быстрая передача в адрес Гаврила Хлопкова приносит результат. 6-6. Эйс очередной записывает свой счет Василий Тумфали. Надо игрокам переместиться ближе к линии. Целенаправленно Василий Тумфали подает. Да, сейчас сменил направление мяча. И к этому мячу не был готов игрок, стоящий в шестой зоне. Лукин Виктор. Остается мяч в игре. Либера переводит мяч на сторону соперника. Ошибаются игроки команды Горного Улуса. И при счете 6-9 первый тайм-аут берет команда Горного Улуса. Подачей завоевывать очки Василий Тумфали. Укорачивает мяч. Фарглан Яковлев. Мощнейший удар. Находит руки Сидорова Владимира. И мяч улетает в аут. 7-10. Сергей Амосов забивает по переходящему мячу. 8-10. Смещили атакующий удар Владимира Сидорова. Аргалан Яковлев. 9 очко зарабатывает Саргалан Яковлев. К сожалению, ошибается при подаче
Анджей Сірцев. Заставили ошибиться игроков команды из Якутска, игроки а именно Саргылан Яковлев заставил ошибиться Гаврила Хлопкова на задней линии. Прием в исполнении Артамонова Иннокентия, быстрая передача и очко копилки сборной команды города Якутска. Егор Глухарев на подаче. Саргылан Яковлев на приеме. Испугались друг друга игроки сборной команды Якутска. Понадеялись друг на друга. Сергей Мосов, к сожалению, мяч посылает в аут. Одиннадцать. Ошибается Владимир Сидоров. Ошибку фиксирует первый судья. При второй передаче сейчас приводят порядок площадку. Подскальзывается Владимир Сидоров. 13-13. Игроки команды Горного Луса сравнивают счет. Аккуратно сбрасывает мяч Виталий Голаков. И пошел сам подавать. Хорошая подача в исполнении Виталия Голакова. Саргылан Яковлев. Здесь ошибается Гаврила Хлопков. Снова ошибка при передаче во вторую зону у игроков сборной команды города Якутска. Виктор Лукин. Хорошая силовая. Блок. Да. Второй раз уже не успевает поставить блок Олег Николаев Василию Тумфали. Семен Слепцов. Счет 15-15. Сбрасывает Виктор Лукин. Сыграл по переходящему мячу. Видно было, что будет сброс. Не успел. А на этот блок.
Сетку фиксирует второй судья. Да, у Гаврила, Гаврил Охлопков зацепил сетку. Эйс в исполнении Олега Николаева. Виктор Владимир Сидоров был, видать, не готов. Аут. Счет 18-16. Горный Улус впереди. Аут показывает судья. К сожалению, ошибается игрок команды Горного Луса РКН Наумов, номер 2, и уступает место лидера команды. Аут. Обмен любезностями с обеих сторон. Блокаут отыгрывает Владимир Сидоров. 18-20 во второй партии. Егор Глухов подает. Три принимающих команды Горного Луса не справляются с приемом. Внимательно проводили по траектории мяча, падающий в поле, в площадку. Туда же подает Егор Глухарев. Не успевает на этот мяч. 20-20. Лукин Виктор попадает в сетку. Аккуратно перебрасывает мяч Анатолий Егоров за спину блокирующего и выигрывает 21 очко. Сергей Амосов подает. Хороший прием. Хорошо приложился к этому нападающему удару Владимир Сидоров. И счет сравнялся 21-21. Смог перехитрить Василия Тумфали Анатолий Егоров. 22-21. Очередной раз ошибается Василий Владимир Сидоров при подаче. 22-22. Ну и, к сожалению, такую же ошибку демонстрирует Анатолий Егоров. Замена в команде номер 1, игрок номер 11. Анатолий Татаев. Выходит на площадку игрок под номером 11, центральный блокирующий Анатолий Татаев. Ошибка при подаче совершает Виталий Голоков. Сетка у Анатолия Татаева. 24-23.
наступает кульминация во второй партии. Виктор Лукин ошибается, к сожалению, Виктор Лукин. И подарил 24 очко команде города Якутска. Планер Семена Слепцова. Харгалан Яковлев. Василий Тумфали. Мяч от троса улетает в аут. 25-24. Команда Горного Луса выходит вперед. Олег Николаев подает. На этот раз Василий Тумфали не оставляет шансов игрокам. 25-25. Команда Горного Улуса. Счет становится 25-25. В счете 25-25 тайм-аут берет команда Горного Улуса. При таком счете готовится подавать Василий Тумфали. Рискует. Сыграл сам на задней линии. Владимир Сидоров выигрывает 26 очко. Василий Тумфали. 26. Ну, Анатолию Татаеву надо поставить точку в этой партии. Все-таки сборная команды города Якутска намного сильнее команды Горного Улуса. Вторую партию со счетом 28-26 выиграла команда города Якутска. Со счетом 28-26 вторая партия выиграна сборной командой города Якутска. Счет, общий счет в партиях 2-0. После небольшого перерыва продолжим третью партию. Thank you.
Спонсором нашей трансляции является «Алмаз Кредит Сервис», сервис – крупнейший кредитный союз Республики Саха-Якутия, который на протяжении 18 лет помогает развитию качества жизни. Начинаем третью партию. Сергей Амосов выигрывает первое очко для своей команды. 1-0. Василий Тумфали оставляет мяч в игре. Но ошибается, допускает ошибку при нападающем ударе. Со второй линии попадает трос. Сергей Амосов, к сожалению, ошибается. Замена в команде города Якутска. На площадке находится во второй зоне игрок номер 4. У нас Петр Андреев выходил на пару раз на подачу. 2-2. Егор Глухарев.
Лукин Виктор не смог пробить высокий блок. Андреева, Петра Андреева. 3-2. Какой уже раз Олег Николаев сбрасывает мяч в шестую зону на стороне соперника. Блокирующие не успевают поднять руки. Доигровочные мячи должен отыгрывать либеро. 4-3. Либеро команды. Потому что он в отсутствии связующего игрока переходит в амплуа связующего. Анатолий Татаев мощнейшим ударом попадает по голове второго номера. Аут посылает Владимир Сидоров. И опять же вот в этой ситуации отыгрывает мяч Анатолий Татаев, стоящий рядом либеро, смотрит и провожает мяч глазами. Либеро должен отрабатывать в защите более 60% мячей. Пушка Виктора Лукина сработала, но не площадку. Мяч далеко улетает в аут. Счет становится 5-5. Не справляется с приемом либеро команды Горного Улуса. На площадке замена также вышел третий номер Афанасий Кириллин. Сборная команда города Якутска. Четыре касания. Анатолий Татаев продолжает подавать. Лукин Виктор ошибается. 5-8. Тайм-аут команды Горного Улуса. И при счете 5-8 тайм-аут берет команда Горного Улуса. Третья партия. Ведет сборная команда города Якутска. Общий счет в партиях встречи 2-0. Анатолий Татаев на подаче. Саргалан Яковлев. Блок. От блока мяч попадает в площадку, меняет траекторию, даже задел немного трос. 6-8. Олег Николаев на подаче. Спасает данный мяч либеро команды Горного Улуса. Но к этому удару не был готов
лидера команды сборной города Якутска Иннокентий Артамонов. 7-8. Проигрывает мяч. 7-8. Сокращается разрыв в счете. Первое касание мяча Афанасием Кириллиным приносит очко команде города Якутска. 9-7. Блок Саргалана Яковлева. Ошибка Василия Тумфали. Снова мяч не доводится до связующего. Сергей Амосов снимает с рук Владимира Сидорова Артамонов Иннокентий мяч. Да, Владимир Сидоров был уже готов к приему данного мяча. Ошибается Егор Глухарев. Команда Горного Луса выходит вперед. Тумфали пробивает блок. Сокращает в разрыв в счете. 10-9. 10-11. Фоли подает в аут. 12-10. Саргалан Яковлев на подаче. К сожалению, касается сетки Анатолий Егоров. И 11 очко зарабатывает, выигрывает сборная команды города Якутска. 11-12. Афанасий Кириллин. Лукин Виктор ошибается, производя нападающий удар. Попадает в трос. 12-12. Егором Глухаревым и Анатолием Татаевым. 13-12. Наконец-то Татаев Анатолий выигрывает очередное очко и сравнивает счет третьей партии. 13-13. Thank you.
Виктор Лукин в своем репертуаре. Мощный удар по блоку. И мяч улетает в аут. Команда Горного Луса выходит вперед. 14-13. Усложненная подача. И снова Виктор Лукин. Но блок Владимира Сидорова. Приносит команде города Якутска 14 очко. Нет, мяч остается в игре. Рисковал Владимир Сидоров, нападая со второй линии. Риск оправдан. 15 очко выиграла команда города Якутска. Хорошая передача. Четвертую зону. Виктор Лукин зарабатывает очередное очко. Не справляется с блоком 15, Петр 15. Андреев. И сам идет подавать Виктор Лукин. В третьей партии игроки сборной команды Горного Улуса очень грамотно отрабатывают мячи в защите, превосходят действия игроков сборной команды Якутска. Достают очень сложные мячи в защите игроки сборной Горного Улуса. Анатолий Катаев дважды заблокировали доигровщиков центрального Анатолия Татаева игроки сборной команды Горного Улуса. И уже 17 очко выигрывает команда Горного Улуса. Разладилась игра в защите, в приеме у сборной команды города Якутска. И при счете 15-18 тайм-аут берет команда города Якутска. Возвращается на площадку Семен Слепцов, номер 5, заменил игрока под номером 11, Анатолия Татаева. Счет в третьей партии 16-18. Сразу выигрывает очко Семен Слепцов.
Нургалан Яковлев нападал с четвертой зоны. Подключают со второй линии Владимира Сидорова. Еще раз подключает Владимира Сидорова со второй зоны. Не готов был к приему этого отскочившего от блока мяча Сергей Амосов. 18-18. Счет сравнялся. 18-18. Высокая передача в адрес Саргалана Яковлева. И при счете 18-19 тайм-аут запросила команда Горного Улуса. Семен Слепцов на подаче. Хорошая доводка. Блок. Афанасия Киридина останавливает мяч. 20-е очко зарабатывают игроки города Якутска. Замена в команде города Якутска. Вместо игрока номер 7 на площадку выходит игрок номер 24 Петр Прокопьев. Саргалан Яковлев находит брешь в блоке. 19 очко. Там мяч пролетел под рукой блокирующего. Четвертый номер Петр Прокопьев первым же касанием по мячу зарабатывает 21 очко. Аут в исполнении Владимира Сидорова. 20-21. Еще не все потеряно у сборной команды Горного Улуса. Можно побороться. Второй номер Аркен Наумов. Не сдал этой передачи Амосов Сергей. Блок. Одиночный блок в исполнении Анатолия Егорова. Приносит результат. 21-21. Снова в адрес Петра Прокопьева. Саргалан Яковлев делает свое дело. Выигрывает 22 очко. Обратная замена в команде города Якутска. Вместо игрока номер 24 выходит игрок под номером 7. Василий Тумфали. Хороший, мощный удар в исполнении Виктора Лукина. Притом, наверное, неожиданный для команды города Якутска. 23-21.
справляется с одним блоком Василий Тумфали. 22-23. 22-23. Рискует Василий Тумфали. 24-е очко выигрывает команда Горного Улуса. 24-22. Блок-аут. Возвращается на початку Анатолий Татаев. Да, он центральный блокирующий. На усиление блока. Егор Глухарев справляется один в один с Аргаланом Яковлевым. И сравнивает счет в третьей партии. 24-24. Афанасий Кириллин. Попадает по мячу Анатолий Татаев. 25-е очко выигрывает команда Горного Улуса. 25-24. Сергей Амосов на подаче. Пробивает Владимир Сидоров мяч. 25-25. Двойной блок ставили игроки Горного Улуса. 25-25. Мощный удар в исполнении Виктора Лукина. Блока Анатолия Татаева. Мяч попадает в его же площадку. 26-25. Кувалдой. Как кувалдой прошелся Анатолий Татаев по мячу. Не беру, мячи не беручки. 26-26. Успевает поставить блок Анатолий Татаев. Сброс в незащищенную шестую зону. Двадцать семь-26. Василий Тумфали играет надежно. 27-27. Сетку выводит связующий своего игрока. Это Петр Андреев. Потерял своего нападающего Саргалан Яковлев. 28-27. И поплатился 28-28 очком.
Не сдается Виктор Лукин. Поймал кураж. 28-28. Мяч пролетает рядом с руками, рядом рук Афанасия Кириллина. Двадцать девятое очко выигрывает дружная команда Горного Улуса. Счет становится 29-28. Пушка Тумфали работает безотказно. 29-29. Петр Андреев подает. Петр Андреев провожает своим взглядом мяч, падающий на его площадку. 30-29. Ошибается. Устал подавать второй номер Эркен Наумов. 30-30. И счет становится 30-30. Василий Тумфали. И он ошибается. 31-30. В пользу команды Горного Улуса. Саргалан Яковлев подавал. Владимир Сидоров зарабатывает 31 очко. 31-31. Афанасий Кириллин. Очень хорошо играет с концовки Виктор Лукин по четвертым номерам. Игрок сборной команды Горного Улуса. 32, практически 31. Не допускает ошибок. Зрячий играет. 32-31. Благодаря его стараниям команда Горного Улуса выигрывает 32 очко. Хорошая доводка. Анатолий Татаев. 32-32. Блок не успел подняться. Удар Анатолия Татаева. 32-32. И снова Виктор Лукин. Очень, очень хороший отрезок. 33, отыгрывает 32. Виктор Лукин. В третьей партии 33-32. Практически нападение в третьей партии проходит только через него. Отыграли комбинацию. И на чистом блоке 33-33. Вывели Владимира Сидорова. Счет становится 33-33. Снова Виктор Лукин выигрывает 34-34 очко. 34-33.
верхний блок не справляется с нападающим ударом Василия Тумфали. Счет становится 34-34. Самый большой счет в данных соревнованиях. 34-34. Ошибается Анатолий Татаев. Василий Тумфали приносит очко своей команде. 35-35. Мастерство жонглирования ногой демонстрирует Сарглан Яковлев. Ну а Сергей Амосов находит шестую зону и накатывает мяч в шестую зону. 36-35. Аут. Сборная команда города Якутска проигрывает третью партию. Со счетом 35-37. Общий счет в партиях 2-1. Четвертая партия начнется через пару минут после отдыха спортсменов, волейболистов обеих команд. Очень цепкую игру показали в концовке игроки сборной команды Горного Улуса. Раскрылся в концовке Виктор Лукин.
Началась четвертая партия. Счет 0-0. Очко первое выигрывает команда города Якутска. Семен Слепцов выигрывает второе очко. На площадку вернулся стартовый состав сборной команды Якутска. Аут. Счет становится 3-0. Сергей Мосов в нападении. Николай просто перекидывает мяч и застает врасплох либеро команды Горного Улуса. Четыре ноль. И при счете 0-4 тайм-аут берет команда Горного Улуса. Четвертая партия. Подает Егор Глухарев, город Якутск. Макс. Сергей Мосов перекидывал мяч. Ну а Семен Слепцов сильным нападающим ударом выигрывает пятое очко. Успевает реагировать Артамонов Иннокентий на удар Виктора Лукина. Виктор Лукин приносит своей команде первое очко. 1-5. Сергей Мосов ошибается. Игроки сборной команды города Якутска. Но при нападении ошибается Владимир Сидоров. Все становится 6-2-6. Анатолий Егоров подает. Сетку. 7-2. Да, попадает верхний трос. Анатолий Татаев. Ошибается Олег Николаев. Хотел сбросить мяч на площадку соперника. Очко.
аут. Мяч задевает антенну. 8-3. 9-3. Аут. Уже какой раз за игру Семен Слепцов направляет мяч в аут. Вовремя изменил направление переходящего мяча Саргылан Яковлев. Тем самым выиграл очко. Заставил ошибиться Егора Глухарева. Ошибается Виктор Лукин. Счет уже стал 10-5. Какую-то ошибку усмотрел судья на вышке, и мяч перешел в сборную команды города Якутска. После сильнейшего удара Саргылана Яковлева мяч выпадает в блок, и от блока отскакивает площадку. 5-12. В счете 5-12 тайм-аут взяла команда Горного Улуса. Тумфали Василий. 6-12. Счет четвертой партии. Эркен Наумов подает. Гаврила Хлопков продемонстрировал один из своих немногочисленных 13-6. ударов. Сброс за блок. Хорошая подача Саргылана Яковлева. Ошибается Семен Слепцов. Очень много ошибок допускают игроки обеих команд, особенно при нападении.
14-8. Такое ощущение, как будто игроки сборной города Якутска отыгрывают четвертую партию 9-14. Без эмоций, без радости. Восемь, 14. Нехотя играют. Такое ощущение со стороны. Никто никого не страхует. Хотя рядом находились 5 волейболистов из города Якутска. 11-14. Счет уже стал 11-14. Сергей Мусов на подаче. Оставляет мяч после сильного удара. Пробивает блок Семен Слепцов. 15-12. Остается мяч в игре. Ошибается Владимир Сидоров. Петр Лукин. Виктор Лукин. Ошибается у команды Горного Улуса. И счет становится 13-15. Нет, мяч остается у команды Горного Улуса. К сожалению, допускают ошибку при подаче Анатолий Егоров. Игроки, видать, устали. Уже в четвертой партии. Только Виктор Лукин не устал. Мощным ударом зарабатывает 15-е очко. Несмотря на двойной блок, выставленный Гаврилом Охлопковым и Егором Глухаревым. Виктор Лукин подает. Остается мяч в игре. Сарглан Яковлев. Сергей Мусов оставляет мяч. Остается и в игре. Но, к сожалению, не успевает на этот ныряющий под сетку мяч игрок под номером 10 Олег Николаев. 17-14. Хотел перебросить, но не успел. Сарглан Яковлев, один из ведущих игроков своей команды, выигрывает 15-е очко. 15-17. Чуть-чуть не достал либеро команды
Афанасий Кузьмин. Уходящий мяч. Василий Тумфали будет подавать. Не стал рисковать. Перешел на планирующую подачу. Вторая линия. Ошибается игрок задней линии. Василий Кумфали. 16-20. Глухой блок закрывают Владимира Сидорова. Подает Эркен Наумов. Замена в команде города Якутска. Вместо игрока номер 1 Гаврила Хлопкова. На площадку выходит игрок номер 4 Петр Андреев. Замена в команде города Якутска. Петр Андреев под номером 4 меняет Гаврила Хлопкова, игрока под номером 1. Вышел на подачу. Анатолий Татаев. 22-17. Петр Андреев на подаче. Аут. Сарглан Яковлев. К сожалению, после нападающего удара Саргона Яковлева мяч улетает в аут. И счет установится 23-18. Семен Слепцов выигрывает 24-е очко. 24-18. Ошибается Егор Глухарев при подаче. 19-24. Поле попадает мяч. Игроки сборной команды города Якутска с желанием играют концовку четвертой партии. Ну и Анатолий Татаев ставит точку в этой партии.
минимум радости, минимум эмоций. За счетом 25-20 выиграла команда города Якутска. Общий счет 3-1. Поздравляем сборную команды города Якутска с очередной победой и выходом в следующий этап соревнований. После этой игры встречаются сборные команды Северо-Восточного федерального университета Ленского района.